Международный молодежный форум «Таргим» традиционно проходит в Армхи. Популярность площадки с каждым годом растет, ведь в этом году на участие в форуме прислали более 400 заявок. Однако формат предполагает не более 250 участников. Юбилейный 5-й форум в этом году посвящен еще одному юбилею – 25-летию республики. Приветствует гостей «Таргима» глава республики. Приезжая сюда, вы здесь все делаете общее дело. А общее дело в чем? Чтобы, да, можно по-разному относиться к стратегии развития молодежной политики, можно по-разному относиться к любой стратегии или концепции, но общее дело в чем, что мы, общаясь или организовывая эти мероприятия, даем вам возможность общаться между собой, видеть друг друга, изучать друг друга, обмениться последующим опытом друг с другом, ну и, по крайней мере, понимать, что каждый регион нашей страны богат чем-то своим, чем-то таким, который там нет другого колорита, такого в других регионах. Но общее нас объединяющее одно, что мы граждане одной великой страны. В форуме принимает участие активная молодежь из различных уголков страны. Таргим в этом году будет полностью отличаться от предыдущих. В 2016-м он носил характер предмашука. Сейчас ком молодежи подготовил для участников много новшеств. Ведь образовательный форум не только позволяет расти молодым людям, но и сам развивается в организационном плане. Форум имеет свои особенности по отношению актуальности на сегодняшний день проблем среди молодежи. На данном форуме здесь, допустим, читаются такие лекции, как по межнациональным, межконфессиональным отношениям. Дальше здесь есть такие лекции, как, допустим, по патриотическому воспитанию. То есть, и многие другие разные лекции. Форум «Таргим» – уникальная площадка для обмена опытом между представителями активной молодежи, студенчества, молодежных общественных объединений и органов по делам молодежи. В первый же день начинают работу лекционные площадки. Кроме этого, в рамках «Таргима» предполагается проведение круглых столов, мастер-классов, экскурсий и культурных мероприятий. Образовательные секции на различные темы будут работать до 7 вечера. Специалисты для проведения тренингов приглашены со всей страны. Форум «Таргим» – это международный форум, международная площадка, которая уже 5 лет собирает ребят, которые интересуются межнациональными, международными отношениями. Для ребят Северного Кавказа это очень важно, но еще важнее для ребят из других регионов приехать, посмотреть, пообщаться, поговорить. Поэтому тема сегодня нашей лекции – это межнациональные отношения. Цель форума – содействие раскрытию потенциала молодежи, предоставление возможностей для обмена опытом и установление межкультурного диалога между представителями молодежи регионов России, стран СНГ и иностранных государств. Ребята уже делятся первыми впечатлениями и планами. Я увидел эти горы. Я, опять же, повторюсь, я думал, у нас КБР самая красивая дорога по дороге в горы. Но может посоперничать, очень даже. Это такой невероятный контраст, вроде холмы, горы и сразу скалы. Такие острые, в общем, я потрясен. Надеюсь, чему-то новому научиться и также познакомиться, например, с менталитетом и культурой ингушского народа. Просто я не знаю почему, но у меня нет ни одного друга ингуша. Надеюсь, я здесь его приобрету. И узнаю, как живет ингушский народ и так далее, какие традиции, обычаи у них есть. Форум продлится до 22 мая. В заключительный день для участников запланирована экскурсия по горной Ингушетии. Ребятам покажут главные достопримечательности Джейраско-Асинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Залина Могушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24.